Всем привет! Сегодня немножко поэкспериментируем. Давно не было экспериментов. Я сейчас занимаюсь несколькими сложными проектами одновременно, и вот в перерывах мне всегда хочется отвлечься на какой-нибудь такой шутливо-забавный проект. Даже не проект, а эксперимент. Вот я сегодня решила покрасить, три вида кожи попробовать. Значит, у меня есть красный флоттер, темно-красный, есть печатная, даже такая не лаковая, но прям глянцевая кожа, вот такая разноцветная. У меня есть вот такая кожа, тесненная, толстенькая, которую хорошо бы можно было использовать в сумках, но за счет того, что она только такая розовая, не все хотят цвет такой, да? Но мне нравится вот это теснение, поэтому я решила сегодня поиграться с красками. Ну, обычные красители, я уже много раз рассказывала. Вон мои ватные палочки, которые я уже опробовала, да? Значит, смотрите, я пытаюсь три вида кожи покрасить. Вот красный флоттер, да, вспоминаем, значит, цветовые сочетания. То есть, если красный смешать, например, с синим, должен получиться коричневый. В общем, я провела на нем несколько видов красок, положила сюда. Ну и вот вижу, что получается. То есть, а можно ли было бы, например, перекрасить красный флоттер? Ну, вот сами видите, я наносила разные красители. Вот этот черный. Тут уж не помню, какой. Тут есть вот этот, по-моему, около черного такой красный. Он просто более красным стал. Ну, то есть ничего такого коричневого, да. Тут я зеленый наносила, и желтый. Вот тут вот, вот это пятно, по-моему, желтый. Ну, в общем, вот это еще какой-то варианты синего. Даже, по-моему, этот, как называется, бирюзовый. В общем, такой получается. Видите, красные прожилки остаются, во-первых. Во-вторых, цвет перекрашивается как бы чуть-чуть, но не дает такой, знаете, сочный, красивый цвет. Для чего нам этот эксперимент нужен? Вот иногда, допустим, нужно подкрасить какую-то сумку, да, готовую. И не знаешь сразу, что получится в итоге. Ну, вот таким способом экспериментов, методом, всегда можно предвидеть, а можно ли, например, такой вот фабричный цвет, такой яркий заданный, перекрасить во что-то. Не говорю сразу, что нельзя. Видите, некоторые, например, красители дают просто более свежий, какой-то такой более интересный, яркий, да. Некоторые прям конкретно закрашивают. Вот этот, например, какой-то из темных, уж не помню, какой тут я положила. Некоторые просто создают другой оттенок, отлив. Понятно, что все это нужно еще сверху покрывать либо лаком, либо фиксирующим составом, да. Вот, ну, короче, вот эксперимент с флоттером такой получился. Значит, у меня тут вот еще такой вот есть кусочек кожи. Я попробовала, тут пока только три красителя. Значит, видите, сам цвет, он такой разноцветный. Тут есть сиреневый, голубой, розовый, зелененький, да. Я просто сделала три пятна, три краски. Вот тут, значит, у меня с краю желтый, только в желтый цвет. А можно ли перекрасить? Давайте вот я так вот с этой стороны. Да, вот он получается полностью закрашивается в желтый цвет. Ну, такой, то есть, если, допустим, кому-то не нравится, можно было сделать кошелек, да, сделать не пестреньким его, а вот конкретно все тона увести в желтый. Здесь вот где-то кусочек, все я увела в зеленый. Вот здесь вот так, наверное, показать лучше кусочком. Так, фокусируемся в зеленый. Ага, вот. И вот здесь в голубой. То есть какие-то цвета перекрашиваются. Зелененький, например, листочек остался зелененьким. Но в целом, видите, вот такая палитра. Если кому-то не нравится, можно было полностью все цветочки перекрасить вот конкретно в такой вот лилово-голубой. Ну, тут я пробовала только три краски. Ага, вот. Пытается сфокусироваться, но не может. Ну, не суть. Короче, вот вы поняли. То есть, видите, такой эксперимент. Вот, видите, на край. Вот он, этот край. Раз, два, три цвета. Какой делаем вывод? Перекрашивается. Да? При желании можно всегда подправить, перекрасить, в какую-то гамму цветовую увести. То есть, некоторые кожи, даже фабричные, выкрашенные, можно так пробовать экспериментировать. И так, третий, самый интересный. Значит, у меня был просто розовый, тесненный, два больших лоскута шкуры, куска.
Тут я прям душу отвела всякими разноцветными красителями. Значит, вот это у нас первый бирюзовый, какой-то оттенок травянисто-зеленый, желтый, этот красный, потом небесно-голубой, скай-блю. Вот этот, по-моему, этот, кстати, назывался medium brown, то есть среднеколичневый, да? По-моему, вот это он. Вот это черный. Черный получился кусок большой, потому что мне начала красить тут. Тут мало было выступов. Я решила большую площадку закрыть. Получилось вот такое сочетание. Тоже интересное. Если, допустим, взять вот так, перекрасить. Видите, какой получается эффект. Тут какой-то у нас был макасиновый, что ли. Ну, тут вот я немножко подмазала вот здесь. А вот это вот был цвет... или махагон, или макасиновый, уж не помню. Вот этот цвет кармин. Такой вот, вот этот цвет розовый. Кармин. Этот. Какой же этот? Этот у меня был какой-то, знаете, намешанный, по-моему. Это у меня уже без ну, не подписанный пузырек. Там закончилась краска, вот он. Я его намешивала сама уже какими-то остатками. Что-то мне нужно было покрасить. Я пыталась какой-то коричневый сделать оттенок. Но в итоге вот этот. Он бесцветный, в смысле не подписанный, он не обозначенный. Но вот получился его такой рыжий кирпично-коричневый. Вот этот называется Dark Blue, то есть такой отлив у него лиловый идет. Ну, можно сказать, серый, темно-серый. Это оттенок Kelly Green. Вот так себя ведет. Вот такой. И здесь еще два. Это цвет... Ретрос, по-моему, вот этот. А этот, кажись, макасиновый. Вот такой, по-моему, махагон. Ну, короче, вот. Тут, собственно, не важно, как красители, вы можете попробовать любые другие, какие у вас есть спиртовые, да? Это у меня брик. Вот, вон еще раз говорю, я каждый цвет брала на палочку и просто проводила, очень просто. Сейчас, вот смотрите, даже если я, ну, там, где не высохло, немножко, может, еще запачкается, но, в принципе, нет, уже все сразу впитывается. Это у меня в чем-то, это у меня руки в этом, в ватных палочках. Вот, здесь практически, вот сейчас черный еще немножечко липнет, наверное, но это уже не красится. То есть, в целом, вы просто закрываете эти цвета составом фиксирующим и все. Вот такой сегодня был эксперимент. Я немножко душу отвела, поигралась. Вот, вам показала, что можно делать. То есть мне понравились вот эти сочетания. Очень, допустим, вот эта ткань хороша по толщине. Она прекрасно идет для кошельков. Даже где-то мне нужна будет, допустим, вставка на сумке, да. И мне не нужна она розового цвета. Но я могу, видите, сделать ее черной и с черной кожей соединить. Даже вот этот флотер где-то. Вот флотер, например, у меня есть, да, и если я сочетать, например, вот эту вставку сделаю вот с таким, это, в принципе, одна цвет, сейчас вот плохо отливает камера, но это вот одного поля ягода, скажем так, одна цветовая, то есть можно было играться. Вот, люблю я такие эксперименты, вам показала, себя поразвлекала, все, теперь пошла работать. Пробуйте, экспериментируйте. В условиях, когда у нас на рынке продукции ввозной становится меньше, всегда можно что-то творческий свой ум, мозг включать и методом экспериментов новые какие-то земли открывать. Все, всем пока, хорошего дня.